Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Страница 57. Задание внизу страницы. Нам нужно вычислить, а для того, чтобы нам было это удобнее сделать, мы используем способ группировки слагаемых. 7 плюс 50 плюс 3 плюс 30. Нам удобнее 50 и 30 сложить, это получается 80. И 7 плюс 3 – это 10. 10 плюс 80 – получается 90. 80 плюс 8 плюс 10 и плюс 2. Нам удобнее к 80 прибавить 10, это получается 90. И к 8 прибавить 2, это получается 10. 90 плюс 10 получается 100. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.